Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Майструк. Моими собеседниками сегодня будут Артем Франков, главный редактор журнала «Футбол», и Александр Пасховер, журналист издания «Новое время». Здравствуйте. Добрый вечер. Вот 12 декабря в Ньоне, буквально недавно, прошла жеребьевка финальной части Евро-2016. А что? Что в Ньоне? Не в Ньоне? Не во Франции? Значит, ошибся. Во Франции, а где? В Ньоне это Еврокубки. Верно, я ошибся. Во Франции. У нас много просто жеребьевок на этой неделе. Много жеребьевок, целых три было. Да. Да. Вот я и перепутал. Во Франции просто жеребьевка. Да. Но в итоге мы узнали наших соперников. Вот если можно, режиссеры реагируют на то, что я говорю, и будут показывать тоже слайды. Вот национальная сборная Украины по футболу сыграет в группе с Германией, с Польшей и Северной Ирландией. Причем именно в другом порядке несколько. То есть именно с Германией, Северной Ирландией, да. И Польшей. И Польшей, да, в конце. С Германией открываем, да. Да, да. Вот если можно как раз показать вот фотографию турнира, там как раз вот расклад вот так, как мы будем играть. Вот, да, вот мы видим, что 12 числа будем играть первый матч Германия-Украина. В Лилле, на Пьер-Маруа, он же Лилле-Метрополь. Да. Затем на 700 километров отправляемся на юг, на Лионский Люмьер, который еще не презентован, кстати, стадион еще не открыт, он еще достраивается, что самое. Даже во Франции есть такие нюансы. Что делать? Нет, кстати, это если посмел, вспомнить Стад де Франс перед чемпионатом мира 98 года, он тоже был открыт только в январе уже самого 98 года. Так что французы тоже любят делать в последнем. Да. И третий матч на знаменитом велодроме. Да, в Марселе. Совсем на югах, в жару. По-моему, португальский чемпионат тоже закрывался буквально перед самым. Абсолютно. А я сейчас не припомню ни одного чемпионата мира, наверное, кроме немецкого. Вот где не было бы вот таких вот вопросов. Австрия, Швейцария тоже. Все в последний момент, более того, бродил я по этим стадионам в Австрии и Швейцарии и видел, что там же вообще времянки делали. Австрийцы же вообще классно сделали стадионы, поскольку им эти 30-тысячники даром не нужны, у них столько на футбол не ходит. Они надстроили вторые ярусы разборные. Очень мудро. Но как в Лондоне потом сделали с Олимпийским стадионом, может, тоже потом частично был разобран. Ну, вот такой. Мне нравится немецкий вариант, вот, где все стадионы, они полностью задействованы, полностью заполнены. И сейчас там только одна проблема, что не все стадионы были использованы, хорошие стадионы в Германии, потому что там была жуткая драка, все хотели принимать чемпионат мира. Ну, Германия это, конечно, пример, потому что в Германии футбол зарабатывает деньги, да, они на него просто тратят богатые люди. Там это оборот именно там 2 миллиарда или больше даже, да, в год. Да, евро. По-моему, Бавария самая прибыльный клуб Европы. Сейчас не скажу, все равно Реал и Барселона сейчас идут впереди вместе с Манчестер Юнайтед. Это лидирующая тройка, а Бавария подтягивается по контрактам. Потому что ни говори, для немецких клубов матч-дэй, то есть вот эти приходы по билетам, сувенирки в день матча и так далее, они все-таки меньше, чем спонсорские доходы. Они сделали стратегию такая, что у них стратегия дешевых билетов. И более того, немцы, они действительно правильно развиваются. У них же эта идея, что клуб должен быть приносить прибыль, не заниматься черт знает чем. То есть не висеть на ком-то мертвым грузом. Да, об этом мы поговорим, потому что у нас есть много мертвых грузов в Украине, к сожалению. Я хочу вот как раз про вот этот вот такой порядок матча. Да? Начинаем с Германии, потом чисто на бумаге Северная Ирландия доступный соперник. Да? Это Саудовская Аравия. Десятилетней давности образца. Да, а потом в самый последний матч против поляков. Тунис. Непростой. Ну да, это мы должны, значит, что, проиграть 4-0 Германии. Касперчак тренировал. То есть вы готовы проиграть 4-0 Германии, не унывать и надеяться на 2 победы? Нет, категорически 0-4 не согласен, потому что это приведет к определенным психологическим проблемам в стане сборной. Так что я все-таки надеюсь, что разница в классе между нынешней Украиной и нынешней Германией не настолько велика, как между Украиной и Испанией в 2006 году. Плюс тому, что 4-0 мы способны проигрывать южным командам. Нам действительно очень тяжело играть с испанцами, с французами. Это другая философия игры. Игра внизу. Там очень техническая. Это не легкая атлетика. Mm-hmm. Это не борьба, которой, в принципе, мы можем что-то противопоставить. Ну да. В общем, меня устроит счет 3-3, который был продемонстрирован не столь давно на товарищеском матче Украина-Германия при открытии Олимпийского после реконструкции. Ну, это было бы неплохо. Вот если режиссеры сейчас вернут мне фотографию Евро, там просто видны все группы. Вот мы видим, что это новый
ну, новый образец турнира, то есть он видоизменился. То есть да, 24 команды. 24 команды, 6 групп. Вот как будут выходить из своих групп команды? То есть сколько команд? 2,67 выходит. 2, то есть 2,2. Да. То есть из 6 третьих команд 4 тоже проследуют стадию плей-офф. Хотя я бы, честно говоря, возражал против этого. Ну, второе место вполне нормально. Причем там по географии же получается замечательно. Со второго места едешь играть в Сент-Этьен на Жуфруа-Гишар. То есть это рядом с тем же Лионом. А после этого, когда проходишь 1/8, безусловно, мы в это верим, то возвращаешься в Марсель. Опять в жаре. Но не просим. То есть, получается, ну, первые, само собой, выходят, вторые тоже все выходят, и две, нет, и четыре лучшие третьи клубы. Да, четыре лучшие третьи клубы. И четыре лучшие. То есть, то есть 16 Украине, команд, да, вот если так делать какие-то там калькуляции уже сегодня, то даже если мы не выиграем у немцев, что может чисто произойти. Даже если. Даже, да, если, даже, да, если. Мы такой вариант не исключаем. Мы такой, да, его нельзя исключать, но... Уже обыгрываем северных ирландцев и поляков, то шансы велики. Даже если мы одну из этих команд обыгрываем, у нас уже достаточно большие шансы. Конечно, лучше 4 очка. Это, в принципе, гарантия выхода из группы хотя бы с третьего места. 6 очков, это точно это второе место. Да, 6, конечно, это гарантированно второе место. Вот. Давайте просмотрим еще остальные группы. Да, группа Франция, Румыния, Албания, Швейцария. Ну, здесь ваш... фаворит, ну, понятно, Франция, да, это все понятно. А кто фаворит на вылет из этой, из остальных? Албания. Явственный фаворит тут. Зря, что ли, она из четвертой корзины. Вы вспомните оптимальную жеребьевку для нас, которую все рисовали. Это Португалия, Венгрия и Албания. Да. Но потом получили бы это и были бы не рады, вот я почти уверен. Ну, я бы радовался. Сегодня. Давайте, искренне радовался, не будем лукавить. Группа Б. Англия, Словакия, Уэльс и Россия. Кто вот, кандидат не так давно довелось сравнивать. Смотрите, вот Англия слабее Германии, это мое, пусть это будет моим личным мнением. Словакия чуть слабее Польши, Уэльс чуть сильнее Северной Ирландии. Это если сравнивать группы Украины и России. Ну, мы же любим сравнивать все. То есть россиянам повезло больше, чем нам? Да. Равнее получилось. Думаю, равнее, что так. И здесь кандидат на вылет, по вашему мнению? Ну, между 2-4. Россия, Уэльс, Словакия. Все-таки Англия здесь фаворит номер один. Что наша сборная, что сборная России умеет, конечно, выйти с дрожью в коленках перед фаворитом. Вот это вот, конечно, смущает. Ну и плюс Россия стабильно заваливает крупные соревнования. Кроме, за исключением Евро-2008, где она выстрелила, дойдя до полуфинала, так и то, что она начинала ужасно с поражения от испанцев. Ну да, ну поэтому все может произойти. Ну, группа С, это наша группа, это Германия, ну, состав, Польша, Украина, конечно, Северная Ирландия. Сейчас. Про нее мы говорили. Здесь, конечно, я так понимаю, что Северная Ирландия это такой, ну... Ну, смотрите, Северная Ирландия вышла из достаточно левой группы. Северная Ирландия – это такая вот бодрячковая британская команда, которая очень любит напор, очень любит плотно защищаться, потому что у нее, в принципе, других вариантов нету. В то же время сказать, что у нее состав какой-то такой, что обязывает нас бояться там... Ну, это их первый выход. Нет, это сборная, ну, ничего особенного она себе не представляет. Она неоднократно играла на чемпионатах мира во времена ОНЭ. Вот. Была она такая плотненькая, то есть можно от нее ожидать сюрпризы, но я надеюсь, что сюрпризы будут отнюдь не в матче со сборной Украины. Вот пусть она в первом туре с поляками сюрпризы устраивает. Боевую на любую. Кстати, о поляков. Вот поляков мы обыгрывали, когда был отбор на чемпионат мира. То есть предыдущий отбор. Мы обыграли 1-3 их в Варшаве и потом 1-0 в Харькове. Было нелегко, несмотря на... Даже в Варшаве, несмотря на результат, был очень непростой матч. Конечно, потом нас поприезжали, когда мы 2-0 повели на первых минутах. Весьма оптимистически. Потом поприезжали, да, когда счет стал 2-1, но совершенно неожиданно начинается второй тайм, мы опять поляков по степеням малого параметра раскладываем. Когда это забиваем третий мяч, можем забить гораздо больше. Ну, я к чему задаю вопрос? Вопрос в чем? Насколько изменилась та, ну, сборная Польши, да, насколько она стала опасней для сборной Украины? Или, в принципе, равновесие сил сбереглось, даже несмотря, что прошло сколько уже, 3 года почти? Ну, не так, не так много, там не было больших. 2,5 года. Конечно, особых перемен-то за это время произойти не могло. На мой взгляд, вот в этом отборе у поляков гораздо четче проявилась пара нападающих, сыгралась. Это не только Роберт Левандовский, которого всегда вспоминают, когда говорят о сборной Польши, но появился его партнер Аркадиуш Милик. Из Аякса тоже, они очень хорошо взаимодействовали, не случайно на счету Милика 6 голевых передач. Единственное, что статистика здесь не стоит обольщаться, потому что у поляка в отборочной группе был Гибралтар, которому не напихал только ленивый.
Вот. Уж все постарались поправить там разницу мячей. У нас, прямо скажем, такой команды в группе не было. У нас даже что Люксембург, что Македония в числе аутсайдеров бодались достаточно серьезно. Так, ну, понятно, с нашей группы. Группа D – это Испания, Турция, Чехия и Хорватия. Здесь, ну, наверняка ваш фаворит, как и мой, это Испания. А вот что касается оставшихся три команды от Это убойная группа. Да, это, да, она очень ровная и очень сильная. Вот, на мой взгляд, вот эта группа и вот та группа с Бельгией, они очень такие серьезные. Но если рискнуть, я бы назвал бы тогда бы на были Чехию. На были Чехии, да? Mm-hmm. А Артем? Я даже не буду спорить. Нет, все-таки я считаю, что Турция. У нее сейчас состав не слабенький. Я бы на были Турции ставил. С другой стороны, Чехия тоже, прямо скажем, кадрово не превосходит. Она как-то с тренерской точки зрения, наверное, с точки зрения организации игры во время отбора, она проявила себя лучше. Турки, они очень неудачно стартовали, зато потом хорошо продолжили. То есть у них вот такая получилась убойная осень 2015 года. И вот если, конечно, они поддержат это, там Фатих Терим все время экспериментировал. И, может быть, к концу он нащупал нужное игровое сочетание. У турок такое, с одной стороны, достаточно агрессивное, а в то же время сбалансированное в сторону защиты. Так что очень сложно. Я не берусь. Конечно, Испания выглядит фаворитом номер один, а вот остальные команды будут бодаться у чехов с турками свои счеты. Помимо вот этого отбора, у них Евро-2008. Помните тот самый драматический матч, когда чехи вели 2-0, и на последних минутах после кошмарной ошибки чеха проиграли 2-3. Хотя уже счет 2-2 давал нам совершенно уникальную серию 11-метровых, которая бы определяла, кто выходит из группы. Тогда вот эта черта в регламенте. То есть все данные были бы абсолютно одинаковые. Разница мячей совпадала. И я уже готовился. Я сидел на этом матче. Это в Женеве играли. Помню прекрасно впечатление. Конечно, совершенно потрясающая атмосфера, которую прежде всего турки обеспечивали. Да. Они, конечно, ребята шумные, энергичные, веселые, бодрые, жизнерадостные. И вот жалко мне было чехов, тем более жалко Петра Чеха. Группа Е. Бельгия, Ирландия, Швеция и Италия. Опять же, очень ровная группа, мы констатируем. И вот тут вот очень интересный вопрос по поводу фаворита номер один. Италия. С точки зрения букмекера, Бельгия. Ну, у них очень хорошее поколение футболистов. Однозначно. Давайте не забывать, на чемпионате мира Бельгия вылетела в четвертьфинале, а Италия не вышла из группы. Хотя бы это вспомним. Италия, как инвалидная команда, пролезла отбор, пользуясь тем, что у нее достаточно слабая группа была, откровенно. То, как она играла с Мальтой, это вообще позорище. Честно говоря, с трудом обыгрывать Мальту, которая играет в меньшинстве полтора тайма, и одерживать минимальную победу с шансами. Вы Италию так быстро не храните. Я помню, когда они проиграли Исландии в 2006 году, и Буффон тогда сказал, нам надо вообще-то посмотреть друг другу в глаза. Хорошо, и понять вообще, кто мы такие, потому что мы все такие великие. Ну, это он говорил в интервью. А оказывается, мы проигрываем против Исландии. Правда, потом они обыграли 4-0, если не ошибаюсь, немцев у себя дома во Флоренции. Ну, это товарищеский матч. Тем не менее, и в итоге обыграли и нас, и стали чемпионами мира. Я думаю, мира. Что Италии для того, чтобы побеждать, нужен какой-нибудь скандал. Вот если там после Нового года начнутся энергичные аресты, затрагивающие ведущие клубы Италии. И Вентус опять в серию. Берлускони пока только о продаже Милана речь идет, что там опять полмиллиарда евро вроде как торговались, хотя я не знаю, откуда такие деньги за этот клуб, честно говоря. Много или мало? Многовато. Многовато? При нынешнем состоянии, конечно. Слишком большие обязательства. У нас телеканал Интер продавали за... Так в телевизорах не разбираюсь. У нас телеканал Интер продавали, а не футбольный клуб. Футбольный клуб, да. Просто футбольный клуб Милан, он всегда приносил большие дивиденды, даже с мерчандайзинга. У них нет своего клубного стадиона. Телеканалы у нас, это не бизнес. Дело в том, что сейчас купить действительно Милан, это большие обязательства. Там прежде всего нужно строить стадион свой. Потому что Сан-Сиро, он, мягко говоря, устаревший. Плюс дележка Миланом и Интером этой поляны давно показывает, что это немного не перспективно. Сразу Ювентус уже всем показал, насколько вырастает посещаемость, когда люди ходят на новый современный стадион в гораздо лучшей комфортные. И клубы начинают зарабатывать, потому что в Италии тоже клубы не особо прибыльные стали, особенно после всех. После Кальчополи, потому что многие спонсоры отвернулись. Одним словом, плюс еще законодательство не помогает им зарабатывать и тратить на это деньги. Одним словом, итальянцев не списываем. Тем более, это финалисты предыдущего чемпионата Европы, где тоже никто не ожидал их там увидеть. Да.
Ну, это благодаря Пирлу тогда. Потом Пирло устал очень сильно в полуфинале. Было видно это на матче против испанцев. Ну, вообще, вот такое впечатление, что итальянцы всех себе выплеснули против немцев в полуфинале, и поэтому их просто выкатали откровенно. Да. Это была самая крупная победа Испании на чемпионате Европы. И, быть может, это был самый однокалиточный и безнадежный матч. Да, но тогда вообще на этом тогда вообще не было понятно, кто может стоять против Испании. Это было... Так самое интересное, что Испания тяжелейшим образом прошла полуфинал, донецкий полуфинал с Португалией, только в серии 11-метровых, причем у Роналдо был прекрасный момент для того, чтобы открыть счет в этом матче. И вот после вот этой вот такой муторной победы испанцев... для испанцев вообще хорошая примета, то есть они итальянцев должны по пути к чемпионскому титулу обыгрывать, да? Не, в 2008-м же тоже итальянцев по 11-метровому выбили в плей-офф. И последнее. Ну, Ирландия, Швеция, это все-таки считаем больше подтанцовкой, да. но не забываем, что шведы итальянцев обидели в 2004 году. Там еще Ну, это так давно было. Это уже совсем другие. Знаменитый матч Дания, Швеция, 2-2. Ну, тогда все говорили, что это было договорняк между датчанами и шведами. Что вы, какое право? Чтобы выбить итальянцев. Итальянцы очень обижены. Это единственный результат, который... Если бы это произошло в Украине, комитет по этике и честной игре открыл бы расследование по этому делу. Отлично, Артем Франков бы его... Я бы постарался продавить это решение. Да. Ну и последняя группа, группа F, это Португалия, Исландия, Австрия и Венгрия. Но португальцы фавориты, кажется, Производят впечатление самой левой. На чемпионате, так вот честно, грубо, откровенно, да. Угу. Смотрите, Венгрия и Австрия – это команды с величайшим футбольным прошлым. Абсолютно. Да. Мы вспоминаем Аранча под золотую команду Венгрии 50-х годов. Да. Мы вспоминаем вундертим начала 30-х годов австрийский. Прежде всего, но никак не вспоминаем эти сборные по каким-то более-менее приближенным к нам во времени достижениям. Ну, это сейчас у них... 56-й год только Венгрия. Ну, разве что. Последний раз, да, 86-й год, когда они под нас попали с счетом 6-0. Да. Вот. И все, больше мы Венгрию не видели. Сейчас у них подросло поколение, но все-таки, конечно, в первую очередь здесь заслуга расширения финальной части, на мой взгляд. Mm. Вот команды такого. Потому они, да. Да, венгры прошли в плей-оффе сборную Норвегии, ну, это такое. Mm. И норвежцы сейчас далеко не сильны. У Австрии действительно выросло очень хорошее поколение молодых футболистов. Да, по-моему, 8-го года они сумели, да. Как-то сумели, и вот на Австрию я все-таки как-то более серьезно смотрю. Та же самая история с Исландией. Опять новодел пресловутый, да? Вот смотрите, три сборные – это категорически новодел. Исландия – это вообще дебютант соревнований такого ранга. На то никогда и близко туда не пробивался. И это тоже, это подросшее поколение. Но они же были голландцев. Кстати, да. Исландия вышла из группы с Чехией, Турцией, Голландией. Но они просто не взяли, они просто выбили голландцев. Да, выбили, да. Голландцы вообще, они даже... Да, то есть голландцы не добрались. Знаете, какой у меня вопрос? Вот. Правда, Голландия, которая всегда славилась, во-первых, замечательной школой футбола, да, хотя, может быть, да, последние годы клубы не выстреливают, денег там тоже не так много, как там у англичан, и даже у тех же французов в последнее время, ну, у некоторых клубов. Исландия страна очень маленькая, там даже миллиона жителей нету, даже в любом случае, посчитать, сколько в составе у Нидерландов игроков ценой от 20 миллионов евро и выше. И сколько таковых в составе сборной Исландии. Да, вот что произошло с Голландией? И как это так Исландия поднялась? Думаю, что исключительно какие-то внутренние нелады. То же, что было и с французами в конце. То есть это проблемы в раздевалке. Когда французы опозорились в 2010 году. Как говорят, проблемы в раздевалке. И были проблемы российского характера, судя по всему, периодически это возникает. Хотя, не знаю, по игре Голландия, вот хотя исландцы выиграли, но все равно не было, это не было счет по игре. То есть вот не выглядит голландцы совсем неубедительно. Вот бывает такая история, что вроде бы все делают правильно, а не получается. Как Челси, да. Да, да. Как Челси сейчас, да. Лестер проиграли, но не думаю, что они были... Так в том-то и дело, что когда при счете, ну, там диком совершенно при 0-2, когда Лестер с полутора моментов забивает два мяча, вот, в ответ Челси выдает 4 убойных момента и не забивает ничего. А потом, когда наконец-то забивает, он вдруг пух, и все, и сдулся. Да. Ладно, это отдельная болезнь. Да, это отдельная, да, тема. Вот я просто, вот что интересно, вот Голландия, да, вы говорите, это чисто раздевалка. То есть там футболисты... Ну, других причин. Из других, да. Но вот за что тогда Исландия добилась такого успеха? Ну, впервые, маленькая очень страна.
Не знаю, сколько там футбольных полей, но не очень много. Это команда. Не очень много, да. Но это команда. И действительно достаточное количество талантливых футболистов, чтобы сформировать одну национальную сборную. Видите ли, старая советская поговорка «сильные клубы, сильная сборная», она выглядит абсолютно общим местом. Потому что она опровергалась много раз. То есть она могла подтверждаться. Вот. Мы знаем примеры достаточно сильных сборных при абсолютно несильных клубах. Ну, Хорватия. Взять любую. Все Балканы. Да. Все Балканы, например, Словения, которая нас обыгрывала и подряд выходила на два крупных турнира. Да? Или Норвегия, которая одно время считалась достаточно серьезной европейской сборной. Было поколение игроков, клубы норвежские, извините. Торан Рефо, Сольскер. Сейчас идет от обратного. Сильная сборная, у которой есть представители, их футболисты играют в сильных чемпионатах. Вот из, в первой пятерке. Вот это сильная сборная. Вот сколько она делегирует в этих пять сильных чемпионатов? Ну, вот мы и смотрим. Вот кто мы? Допустим, Гилфи Сигурдсон очень неплохо выглядит в АПЛ у исландцев. Это лидер сборной, атакующий игрок. У них есть замечательный персонаж, такой, помните, старый добрый Эйдур Гудьонсон. До сих пор играет. Ну, уже подзавязывает. Да. Но ничего, в полном порядке, да. У них прекрасный вратарь Хальдерсон, который может в одиночку вытаскивать матчи. А у них вот такой вот крепко сбитый, такой крепко, как там... Немец был силен и ловок, ладно, скроем, крепко сшит, он стоял как на подковах, не пугай, не побежит, да? Ну вот примерно можно так сказать и об исландцах нынешних. Да. Ну вот вы говорили, что надо иметь, ну хотя бы там, в лучшем случае, там 5 игроков в топ-клубах европейских. Ну не знаю сколько, но это должно быть все-таки, это должен быть основной костяк, просто в 5 вот основных чемпионатах. Да, у нас в топ-чемпионате играют... Один. Коноплянка. Да. Может, успеем второго завести? Кого? Ярмоленко. Уже? Ну, это разве что летом его продадут. У нас и Коноплянка, мы только продали. Конечно, да. Есть он варианты. Почти Коноплянка, на самом деле, тоже не играл, стопом только стал играть недавно. Да. То есть это, по большому счету, не то, чтобы мы сделали результат с игроком. Там в Испании, да, там жить, а играть именно. Не, я имею в виду там отношение, что мы уже сделали результат, ну, практически, когда Коноплянка все еще играл в Днепре, это уже... Да, ну, согласен. Да. Согласен. А с Ярмоленко есть вариант зимой. Все зависит от предложения. Ну, я не знаю, вот по Лиге чемпионов захотят ли они раз с Ермоленко. Ну, нет. Ну да, потому тут, что... Тут вариант такой. Болельщики не поймут Суркиса и будут обвинять чисто его, если Динамо не пройдет Манчестер Сити. Так, вот мне больше всего нравится. Болельщики летом как раз давили на Суркиса, продавая Ермоленко немедленно, что ты себе позволяешь. Ради а сейчас они будут возражать. Потому что сейчас 1/8 Лиги чемпионов. Ну, да? 16 лет мы там не были. Он его поддержал полгода, он дал результат. Что вы думаете, Ермоленко нас протащит далеко по сетке Лиги чемпионов? Сам Ермоленко, во-первых, гарантировать ничего не может. Ну, да. Опять-таки, куча факторов. Какое будет предложение? Какая будет позиция игрока? Будем посмотреть. И кого можно на этот фланг поставить вместо? Совершенно верно. Да, что селекционеры предложат в этом плане? Да. Это да. Ну, как себя проявят? Ну, не знаю. Будем там смотреть. Калитвинцева, Мякушка, не забывать Олега Гусева там и так далее. Будем Гусева мы не забываем, но мы видели, как он вышел против Макаби. Это был не самый лучший матч. Я матч с Макаби домашний выношу за скобки при оценке выступления киевского «Динамо». Ну, окей. Ну, давайте останемся немного... Результат главенства. Давайте останемся в сборной, да, про клубы чуть-чуть позже поговорим. Вот сейчас идет такая дискуссия по поводу того, внедрят ли Андрея Шевченко в тренерский штаб национальной сборной, и зачем его внедрять сейчас перед Евро, зачем менять баланс в раздевалке. То есть это чья идея? Вы не знаете? Вот тут Шевченко предложить Андрея. Насколько я знаю, Михаил Иванович Фоменко против изменений в тренерском штабе не возражает. Более того, без его ведома ничего бы сделано в этом плане не было. Я не готов говорить об официальных утверждениях, потому что есть исполком, который 18 числа примет соответствующее решение. Но, в общем-то, достаточно очевидно, что основание, это мое личное мнение, что основание для перемены главного тренера, равно как и альтернативы, которая нависала бы над нами, там буквально кричала о себе, нет. Поэтому главным тренером останется Михаил Иванович Фоменко. А кто уйдет? Или Шевченко станет дополнительным тренером? Ну, просто там есть... Нет. Михаил Фоменко,
Потом есть Онищенко его за Наваров. А давайте подождем два дня и узнаем. Все. Ну, я знаете, так понимаю, Владимир Иванович, больше Онищенко всех сложно, он представлял нашу сборную на жеребьевке, так что это тоже своего рода такое вот дипломатическое представительство. Да. Не, ну, это, ну, они да, давно знакомы, тем более. А вот Юрий какой? Петрович Сивуха не уйдет. Да. То есть Заваров уйдет, скорее всего. Возможный вариант. Возможный вариант. Ну, три дня осталось. Три дня осталось, да, и мы все поймем. А зачем, в принципе, Андрея Шевченко внедрять в сборную сейчас, перед Евро? Что он может дать команде? Он может дать команде свой опыт, безусловно. Это игрок, который на протяжении доброго десятка лет являлся ведущим исполнителем сборной Украины. То есть, с каким-то западным образованием. С каким-то, с каким-то западным. Более того, человек, который прошел стажировки в западных клубах. Ну, я да, и много посмотрел. То есть, скажем так, мы понятия не имеем, что за тренер Шевченко. Это своего рода эксперимент. Мы куда лучше представляем Шевченко футболиста и Шевченко человека. Да? Вот, то есть, безусловно, у него будет прекрасный контакт с футболистами. То есть, для части футболистов он даже будет ОО. Для части футболистов боевой товарищ. Безусловно. Но главное, что ему будет что передать. Как получится ли это сделать? Но мы с вами увидим. Давайте пожелаем успеха. Само собой. Только... И посмотрим, насколько он перспективный в плане тренерской карьеры. Ну, Артем уже презентовал. Мы понимаем, что уже его так презентовали. Нет, я говорю официальная позиция. Не готов выдвигать. Я говорю только свое личное мнение по этому поводу. Хорошо, хорошо. Мы проверим личное мнение потом с данными, которые нет, будут через два дня. Оно может совпадать. Могут совпадать. Тут 50, часто так совпадает. 50 на 50. Да. Но вот знаете, что еще важно? Важно, чтобы к чемпионату Европы наши клубы буквально дожили. Это вот может казаться так пафосно, но это правда. Вот что сейчас происходит с Днепром? Вот последнее, что вот я читал сегодня, Мирон Маркевич, главный тренер команды из Днепропетровска, он говорит, что сейчас собрали команду, генеральный директор сказал, что кто хочет, может уходить. Я ему сказал, чтобы он поставил известность президента о том, что я хотел бы уйти. Это уже, мне кажется, он уже после этого делал. После этого было опровержение Стеценко. Он сказал, что был деловой разговор, что, да. Мол, ребята, у кого заканчиваются контракты, давайте, вы скажите, вы остаетесь, то есть вы хотите остаться или уйти, значит, давайте решать вопросы. И потом уже сам Мирон Маркевич вроде... После игры с Росенборгом он сказал, да... Да, что был разговор вроде как гарантия определенной от Игоря Валерьевича, что он... Что с лета он будет... С лета будем создавать хорошую команду. Другой вопрос, что меня смущает. Летом достаточно затруднительно вести селекцию во время чемпионата Европы. Во-первых, чемпионат Европы. Во-вторых, там достаточно маленькое окошко, потому что мы рано начинаем сезон. Обычно у нас так зимой пытаются усиливаться, когда есть время поработать. Поэтому сложно сказать. Трансферное окно летом... 31 августа. Это значит, когда мы втыкаем игроков в команду уже по ходу идущих соревнований. А в июле начинаем. В том числе квалификационных еврокубковых соревнований. То есть это вот им, начинающим в сентябре, оно, конечно, может быть и правильно. Но оно и непонятно на самом деле, почему обозначен этот час X лета. Что такое лето? Почему не сейчас? Ну что, я же не думаю, что у Коломойского ожидается большое прибавление в финансах. Ну да. Именно летом. Да, поэтому на самом деле это какая-то игра. Строчка. Днепр это великая загадка, непонятная. То есть вот как можно было, да, вот дойти до финала Лиги Европы, потом совершенно так вот спокойно расстаться с тремя ведущими футболистами, это Коноплянка, Калинич, Канкава. Бесплатно уж. Совершенно верно. То есть доиграться до этой ситуации, когда ведущий футболист у вас уходит бесплатно, затем отпустить еще двух футболистов, Калинич, которые и не скрывали своего желания уйти, да, и в итоге не найти замены им. Ну, им реально замены не было. Не было замены Канкавы в центре поля, потому что такого питбуля он просто-напросто не появилось. Не было замены Калиничу в нападении, потому что один Селезнев не в состоянии все как это. Как чувствуется отсутствие Ротани тоже? Безусловно. А стоит Ротани уже в таком возрасте, когда он просто ломается периодически. Он не способен выдерживать два матча в неделю график. Поэтому я так подозреваю. Вот, а без него сразу же действительно команда плывет. И что? Ну, мы увидели, что в чемпионате творится с Днепром. Зачем?
Зачем так? Зачем доводить до такого? Не понимаю. Но просто отсутствие денег или не... Я думаю, что у Игоря Валерьевича просто на некоторое время в силу различных причин выпадает оперативное руководство футболом. То есть Днепр перестает быть приоритетом. Да, я понимаю, но есть же все равно главный тренер Мирон Маркевич. Да, есть Стеценко как гендиректор клуба. Ну, а занимаетесь, а он финансирует? Ну, смотрите, просто есть, клубы, где... У нас все клубы организованы по-разному, да? Да. То есть, по-хорошему, в клубе должен лежать сейф денег в распоряжении того, кто занимается операционным руководством. Я не думаю, что у Стеценко в Днепре есть вот такой сейф денег, который он может серьезно потратить, то есть, условно говоря, там, отстегнуть 5 миллионов на приобретение хорошего футболиста. Он должен под каждому такому вопросу получить добро от главного начальника. Нет, он уже получил отказ. Ему уже сказано было, что никаких приобретений не будет. То есть, и плюс к тому, что у тех, у вас закончены контракты, можете идти. Поэтому, на самом деле, Днепр брошен на самотек в это период времени. То есть, полгода он там будет дрейфовать. Это бы еще хорошо, если бы это было полгода. К тому же смысл сейчас Днепру-то продавать сейчас по-хорошему надо всех людей, у которых летом заканчиваются контракты, пытаясь снять хоть какие-то копеечки, да, чтобы не было варианта коноплянки, который уходит, и только ему вслед летит загадочная фраза, что он там нам 10 миллионов должен. Ну, коноплянка, да, он отшутится, наверное, по этому поводу. А что с Академией Днепра? У них она есть? Ну, есть? Есть, есть. Есть один Академия, да. Там был испанец, да, сейчас. Жорди Гратакас, да. Каталонец. Да. Нет, талантливые молодые футболисты, это есть. Но когда я слышу о том, что будет делаться ставка на местную талантливую молодежь, это значит нет денег. Да, в переводе на русский язык. Это на украинский грошей нет. Но тем не менее, вот у Динамо, да, вот Гармаш, Ярмоленко... не знаю, там многие другие, да, которые сейчас играют. Ярмоленко у нас на виду уже добрый десяток лет. Ну, добрый десяток. Его с Газаевым начал выпускать. Я чуть преувеличиваю, да. Газаев начал выпускать и Ярмоленко, и Гармаша. И Хачериди, кстати. И Хачериди. Именно при Газаеве. Все выросли в Киеве. То есть, в Динамо выросли. Ну, не совсем они выросли, прямо скажем. Как футболисты, я имею в виду. Ну, Хачериди, Запорожье, да. Они состоялись, да. Хачериди знали Тополя, Ярмоленко, Запорожье довольно неплохие. Да, и то же самое, был хорошая надежда Коваль, тоже был хорошая надежда, тоже Запорожье. Нет, так у нас великолепные школы, но у нас очень часто футболисты выпадают вот в это, вот черная дыра наблюдается где-то в возрасте от 18 до 21 года переход. Это связано со многими причинами, о которых можно говорить долго, но на самом деле это самый серьезный переход, переход из молодежного футбола во взрослый профессиональный. Да, это правда, потому что в бедной стране, когда вот тебе 18 лет, у тебя зарплата там несколько тысяч долларов, тебе сложно держать себя в руках, да? Вот, что касается Днепра. Да, эта ставка может быть. Все, ребята, берем вторую команду Днепра и с ней играем. То есть распускаем ветеранов, которые дорогостоящих достаточно ветеранов. И тогда не нужен Маркевич? Во-первых, не нужен Маркевич, потому что Маркевич не славится как специалист по работе с молодежью. Он тренер, который дает результат. Мы знаем пример металлиста. Да. Тоже та же самая ситуация. В Днепре, так сам Маркевич сказал, что если вы хотите работать с молодежной командой, вопрос, возьмите другого тренера и реализуйте эту политику. Он сказал, ладно, 4 года. И второе, товарищи болельщики, панове, болевальники, сколько вы готовы подождать? Без гарантии того, что эта команда когда-то заиграет. Да, но она заведомо, года же она заведомо в молодежном составе лет, не будет бороться почти с нынешними «Динамо» и с нынешним «Шахтером». Не будет. 20 лет-то ждали болельщики? Нет, большому счету. С 90-го года, да? Там, до... Ну да, терпеливые. Ну тогда, нет, ну, тогда они ждали, потому что тогда были все равны в своих невозможностях. Да. И поэтому это ждали. Тогда, когда Днепр уже дошел до финала Лиги Европы, тогда, когда Днепр уже стал одной из основ сборной, и так дальше, конечно, уже и... Плюс были времена больших надежд. Вспомните ситуацию, когда под Протасова начали вдруг набирать игроков. Тогда, если не ошибаюсь, только зимой 7 новичков подписали, ввиду чего Днепр резко завалился. Он шел в лидерах тогда чемпионата, а тут фактически начали создавать новый коллектив, и ничего не получилось, раздергали. Потому что одни игроки пришли с ведома Протасова, другие без ведома Протасова. В общем, получилась непонятная солянка. Дальше. Было хорошее вложение под Хуан де Рамоса и его бригаду. Когда одного Джулиана только за 15 миллионов, если не ошибаюсь, привезли. И Калинич, что же был. Да, тогда действительно взяли, тогда были действительно где-то под 50 миллионов, так нормально компенсацию команды потратили. То есть, как обычно, болельщики в таких ситуациях расслабляются, но хозяин делает. Другой вопрос. Какой-никакой стадион построили, да?
Какой-никакой, да. Строили, правда, под евро, потом не получили. Да. И строили начали раньше. Ну да, в принципе, да, под евро. Да, ну, ухитрились там сделать, ну, во-первых, так и не решить проблему газона. То есть фактически Днепр играет, вот, кстати, газон играет против Днепра. То есть учитывая, что Днепр исповедует стиль футбола, где газон очень важен. Вот, ну, эта проблема так и не решается. Что больше участков... Зато на выезде как... Да, расцветает команда, да. Вот. И плюс у стадиона еще были свои прелести. Ну вот, вот типичный пример управления Днепром, да, что приезжали из УЕФА, сказали, вам нужно установить дополнительный турникет. Да? Mm-hmm. Эти турникеты так и застряли на границе, насколько я знаю. Я не знаю, довезли их наконец-то. Ну вот они просто Днепр в свое время не мог их растаможить. Да, такие проблемы. Ну, давай. Дальше. А то, что стадион был сделан меньше 30 тысяч, хотя было известно, что под евро он должен быть 30 тысяч. Там пришлось менять кресло для того, чтобы просто-напросто всадить туда большее количество народу. А вентиляции было недостаточно. Для вентиляции нужно пробивать новые проходы, а это убыль количества мест посадочных. Угу. Ну, там вообще загадка. А само дело с Хохтифом, который строил этот стадион, да, который настаивает, на непрерывно нарастающих долгах. Ну, да. То есть это как-то вот... Не солидно это, ну согласитесь, мягко говоря. И в итоге такой красавый стадион, он полупустой. Фактически бьет рекорды по минимуму посещаемости. Ну, сейчас, к сожалению, нет, это вообще большая проблема Украины, но это Днепр, это команда в тройке, это команда, которая играет в УЕФА. И число абонементов там, по-моему, проданных 1005. Ну, это, к сожалению, наш уровень. По-хорошему, впереди планеты всей в этом плане, конечно, был Шахтер. Но по известным причинам его достижения остались... Слушайте, но Шахтер в этом отношении, несмотря на то, что он сейчас, так сказать, пилигрим такой блуждающий, но куда он не заезжает, вот во Львов приедет и куда-нибудь другое... Он собирает больше народу, чем там обычно ходит на весь футбол. Весь город заклеен афишами, что играет Шахтер. Я приехал на игру Днепр-Шахтер в Днепропетровск, целый день провел в Днепре, я только знал только потому, что я приехал на эту игру. Вообще, в городе нет ни одной афиши о том, что в этот день играет Днепр Шахтер. Извините, ну, не очень. Типа настоящие болельщики сами разберутся, да, когда им ходить на футбол. Вот, но вот она идея. Шахтера у них очень хорошая. Нет, у Шахтера действительно эта служба работает. Она работала, и у них сейчас поле применения вот этих способностей маркетологов этой службы, сфера деятельности, она сузилась. Mm. Просто они в этих рамках команды Пилигрима просто-напросто бьются. Да. И по-хорошему Шахтеру сейчас надо решать, ну, давайте так вот, уже положа руку на сердце, скажем, что совершенно непонятно, когда они смогут сыграть на Донбасс-арене. Да, это мягко да. говоря, да, да? Да. И они думают, куда им переезжать. Во Львове не очень... По-хорошему, смотрите, в любой город, где есть своя команда, а именно город Харьков, Металлист, там Запорожье, Металлург, Запорожье, Черноморец, Одесса, Карпаты, Львов, осесть в любом таком городе, это значит наступить на местных фанатов. Да. И нарваться на протесты, так или иначе, на какой-то кусочек ненависти. По той простой причине, что ты занимаешь чужое место. И поэтому Шахтер сейчас на очень серьезном распутье. И к какому варианту он придет? Возможно, это решение откладывается, потому что решение очень неприятное. Но по-хорошему им нужно действительно выбирать где-то уже постоянную базу. Очень дорогое, потому что Шахтер, допустим, они решат, что они... По-хорошему, нужно либо выкупать где-то играть... стадион. Не, будут играть, допустим, в Запорожье. Ну, там стадион... Да, он чисто футбольный, но он... Кроме того, там сейчас есть Заря, не выставлять же ее оттуда. А Заря еще в одном городе, да. Ну, в Киеве уже в стадионов свободных нет, где бы играть. Ну, я думаю, что Шахтер базируется в Киеве, это тоже. А что с суммой? Суммы, да? Суммы. В суммах три профессиональных клуба, вернее, два есть и один претендует. Ну, они не представляют. Шахтер суммы, да. Тут есть Шахтер, любое сочетание выглядит. Я не исключаю, что Шахтер рассмотрит вариант где-то взять такой уже стадион, даже совершенно разваленный, и с нуля его. Ну, это опять-таки, построить. Если у Ахметова будут деньги, сколько. Ну, пока есть. А то, что он любит Шахтер и продолжает его финансировать, так ну, я думаю, правда, что это вне всякого сомнения. Кстати, по поводу денег, да, и любви к клубу. Вот давайте перейдем, поговорим немного о Металлисте. Вот тоже команда, которая была в топах, потом. Революция, бежит Янукович, бежит Курченко вместе с деньгами. Mm. Клуб остается практически без финансирования, его покидают самые лучшие игроки. Более того, из него выводятся деньги. Потому что клуб продолжает
торговать своими активами, а именно игроками, и зарабатывать хорошие деньги. Да. И если бы эти деньги остались в клубе, «Металлист» бы сейчас процветал. И ни о каких проблемах «Металлиста» мы бы не говорили. В тройке он был бы и серьезно боролся. Они великолепно провели последнюю трансферную кампанию, еще когда бы Курченко, 18 миллионов они потратили. Это не очень большие деньги, но взяли очень хороших игроков. И поэтому, на самом деле, они могли бы, в общем-то, с достаточно хорошим таким добавочной стоимостью. Ну, когда пошли игроки, там Марлос, там Бланка, там раскупили, Шахтер очень сильно. Плюс все ребята, которые ушли в Бразилию, они тоже где-то какая-то копеечка капала, да. Это да. Так что все это было. Но сейчас, например, Игорь Суркис говорит Курченко, там в обращении, подари его Ярославскому, предыдущему владельцу клуба. Я не знаю, нужно ли это Ярославскому. Угу. Хочет ли он эту дорогую игрушку себе обратно. Там же сейчас теперь уже с такими долгами, сколько там, 25 миллионов. И с весьма сомнительными активами. Потому что уже вопрос возникает, что там за это время переменилось. Да, потому что, особенно учитывая фигуру Курченко, это же много претензий у государства к нему. Да, и через... И плюс. Курченко сказал... Клубу тоже могут быть претензии из-за махинации. Когда от Курченко заочно через Севидова звучит, что вроде бы клуб готовы продать. Я опять говорю, что такое продать? Кто сейчас за него хоть копейку даст? 5 декабря это стало известно. За него можно дать условную гривну сейчас. Потому что ты берешь клуб с долгами. С колоссальными долгами. С колоссальными долгами. Мы даже не можем оценить. Долларов, да? Да, но я слышал, что цифра 25 миллионов. Я вполне допускаю. Фактически долги перед двумя командами по зарплате. Uh-huh. И наверняка какие-то долги есть, судя по постоянным отключениям света интернета. Там и по стадиону, и по базе в Высоком, судя по всему, всего хватает. Uh-huh. Да. Так что ситуация абсолютно безрадостная. И опять же, сколько нужно, чтобы прийти к четкому осознанию того, что не хочешь дефекации, не мучай сфинктер. Потому что реально, какова перспектива клуба? Что изменится? На что вы рассчитываете? Чего вы за него держитесь? Не знаю, активы же тоже что-то стоят. Стадион, он больше муниципальный, в принципе. Он как бы городу принадлежит. База наша что-то стоит. Денег, я имею в виду. Актив. Я слышал, что база выведена из клуба «Металлист». И она уже существует отдельно. Отдельно от чья? Отдельно от «Металлиста». У нее есть хозяева. Кто они, не знаю. Интересная история. Уже распродажа началась. Это произошло уже давно, где-то и на ходу. Да. Другой вопрос, что я не видел документов, то есть я не могу подтвердить свои слова чем-то, но вопрос другой. Я вообще не представляю, как... Вот смотрите, сейчас ситуация. У нас 31 декабря заканчивается льготный, что называется, финансовый период. Да. И перед этим 31 декабря сядут уважаемые люди, а именно Комитет по аттестации Федерации футбола Украины, руководство Федерации футбола Украины, и начнет задавать вопросы. Уважаемая Гаверла Ужгород, покажите. Значит, уменьшилась ли ваша задолженность перед футболистами за это время? То есть расплатились ли вы со своими долгами? Господин, грубо говоря, Шуфрич. Извините, значит, если за это время задолженность перед футболистами не уменьшилась, нужно забирать лицензию. Извините, вы не выполнили условия. Если можно турнирную таблицу показать, просто чтобы дальше мы понимали. «Металлист» Харьков. Каковы перспективы того, что вы заплатите хоть какие-то свои долги? Где? Нету. То есть, если... хорошо, что расскажет Бойцин? Приедет в очередной раз Бойцин. Сядет и начнет что-нибудь рассказывать. Точно так же, как футболистам рассказывают насчет зарплаты, да? И что, кто-то будет верить ему на слово сейчас? Слушай, такая же самая ситуация, если мы уже вернемся к Днепру, тоже у них тоже, Маркиз сказал, с сентября месяца они не получают зарплату. Та же самая ситуация ожидает, «Металлург», мы уже говорили, Запорожье, да? «Металлург» Запорожье – это отдельная тема. Здесь официально объявлено о кончине клуба. И ни малейших, то есть она уже состоялась. Да, ее нет. Да? Его уже нет. То есть у нас 13 клубов на самом деле, никаких загадочных инвесторов не объявилось за это время. То есть понятно, что, наверное, исчезновение должно быть официально, так сказать, оформлено. Да. Завтра, кстати, предстоит собрание членов премьер-лиги. Мне вообще интересно, приедет ли представитель Запорожья на эту встречу. Потому что вы знаете, что у нас вообще представители клубов как-то тяжко собираются. Там актуальная тема распределения поступления от спонсора премьер-лиги. Другие вопросы, наверное, будут обсуждать формат грядущий. Формат, думаю, сейчас будет самое... А сейчас, смотрите, у нас пропадают клубы, и мы автоматически имеем возможность перейти к крайне перспективному формату 12 команд. Давайте
кто может исчезнуть? Металлург уже исчез из 14. Да. Остается 13. Вот вы говорите, у Гуверова большие проблемы. Лицей не палец. Они 13-е позиции занимают, поэтому уже 12. Харьковский металлист, который на грани, что будет с Днепром, мы не знаем. У Волыни... Не, ну, Днепр нет. Как, Днепр, как у Волыни? Скажем никто так, гибель не грозит. Задолженность, Волынь непредсказуема в этом отношении. Это у них уже... деньги как-то появляются и исчезают по каким-то совершенно загадочным законам. Это 5. Заря вопрос. Я бы задавал Заря, вопрос с финансированием Зари, потому что, извините, при всем уважении к Гиллеру, как ему тянуть этот клуб на себе? Ну, это чисто вот такой вот вопрос, как, да. как его тянуть. Олимпик Донецк. Ну, пока вроде, пока он ведет, ну, там интересно. Небольшие расходы. Он старается держаться в очень рамках, и там нет слухов о каких-то долгах. Да. Александрия? Тоже вроде бы благополучно. Вроде, слава Богу. Карпаты есть Карпаты, проблемы, блин, ну, тоже еще есть. Непонятно. Непонятная Карпат. То есть у нас 8 клубов, которые у нас есть два клуба, которые вроде как не имеют проблем. Два. Давайте зайдем с другой стороны. У Суркисов проблем с деньгами нет. Ну, это... Нет, проблемы есть у всех с этим, потому что, нет, скажем я имею так, в виду на футбол, потому что далеко не всем дано привязать к известному месту веник, да, и подсобрать да. себе нужное количество. Ну, потому что они все-таки на Лиге Чемпионов все-таки неплохо да, зарабатывают. Безусловно. То есть сейчас они евро, себе да. хорошо да, закроют, да. да. Ну, это, ну, и причем это не последний заход. Футбольный клуб «Динамо» Киев по разным оценкам стоит братьям Суркисам приблизительно 70 миллионов долларов в год. Плюс-минус, от 40. Но эти цифры назывались в более-менее сладкие времена. А что, они зарплаты стали меньше платить, что ли? Я не знаю, ну, может быть, и да. Ну, я думаю, что уже трансферы по 46 миллионов. Ну, трансферов, уже, да. Уже давно не было таких массовых закупок на 50 миллионов, да, которые происходили. Нет вложений в инфраструктуру, какие-то такие проекты. То есть, фактически, работает клуб, уже сложившаяся схема. То есть, я думаю, что... Нет, так вы говорите, 12 клубов. Но мы посчитали, что из 14 клубов премьер-лиги у 7-х, но есть проблемы. Не факт, что они исчезнут. Ну, не факт, что они останутся. Смотрите, если будет рассматриваться новый формат чемпионата, и они смогут даже на конце концов договориться об этом формате. Этот же формат предусматривает не только возможность, как они играют, но и способ финансирования этих клубов. Да, совершенно верно. Об этом же и говорят. Какой формат сейчас наиболее выгоден, оптимально с точки зрения финансов? Давайте не забывать одну вещь. Какой у нас источник хоть каких-то денег? Это телевидение. Транслятор, да. Это телевидение. Два. В чем главный прокол премьер-лиги за все время ее существования? В том, что она не сумела образовать единый телевизионный пул. Да, то есть у нас отношения с телевидением в большей степени превратились в политику. Ну, это же политическое было решение, да? Как бы и Коломойского канала. Ну, совершенно верно. Да. Я по-прежнему убежден, что при нормальной работе по этому поводу, если поставить перед собой задачу и порешать политические вопросы между, прежде всего, президентами клубов, ведущих клубов, то эту ситуацию можно разрешить. То есть коммерциализировать ее до предела. Но даже это не отменяет вот чего. За что телевидение готово платить? То есть, насколько я знаю, телевидение категорически против, допустим, схемы существующей. Вот на нее 14 команд в два круга, непонятно что, где большинство матчей не несет никакой интриги и просто-напросто никому не интересно. Я даже хотел, еще посмотреть на эту картинку. Ко мне недавно приехал мой друг, он из Лондона, он болельщик Тоттенхэма, мы сидели, смотрели дома телевизор, и играла Ворскла, по-моему, с Волыни играла. А он подумал, что Ворскла попала под санкции. Он говорит, пустой? Да-да-да, пустой стадион. А говорит, что случилось? Но, это жуткая картинка, да? Да, правда. Да, безусловно, с вами согласен. Дальше. Что дает формат 12 команд? Разумеется, второй этап с разбиением на две шестерки. Это 32 тура. В два круга играем первый этап, 22 тура. И в два круга играем второй этап, 32 тура. Это идеально вписывается в наш календарь. Отстаиваемая многими схема 10 команд в 4 круга, она страдает тем, что там 36 туров. У нас тяжело это запихать просто-напросто в календарь. Холодно, зима, а летом надо отдохнуть. У нас пауза, да. У нас есть пауза, когда погодные условия не благоприятствуют футболу. Дальше. 4 раза играют лидеры друг с другом, лидеры нашего футбола.
Безусловно, это гораздо привлекательнее с точки зрения телевизора. Другой вопрос, что я, например, не понимаю, что они будут делать с теми, кто борется за выживание, то есть со второй шестеркой. То есть каков будет рейтинг трансляции, телетрансляции второй шестерки. Ну это да, там Олимпик, вот, Донецк, очень любопыт, Сталь Донецк. Очень любопытно. Да, знаете, стали, по нынешним временам Сталь Олимпик планируется в первую шестерку. Давайте это тоже. Они там будут серьезно бороться, так что за это дело. Плюс у 12 есть один очень серьезный недостаток. Он зависит от вот этих вот, пропадут команды или не пропадут. Mm-hmm. Мы силой не можем по ходу сезона решить, что, ребята, вот у нас с лета будет 12 команд. Все, мы берем и устанавливаем вылет в размере 3 команд. Нет, так нельзя. 14 команд не устраивают никого. По-хорошему. Их нет. Их нет. Ну, схемы 7 на 7 и 6 на 8, они отличаются, ну, вот, какой-то странностью. Кроме того, они... Опять-таки, смотрите, схема, когда 14 разбивается на 6 и 8, это 26 туров плюс 10. Опять 36 да, туров уже никуда не влезает. Да, но тут же опять-таки, вот мы говорим, финансирование какое, то есть от телевидения. Ну, телевидение тоже страдает сейчас. Рекламный рынок очень сузился, и он продолжает сужаться. И он восстановится к уровню 2013 года при положительной динамике только через 5 лет. Поэтому... Это по версии Саакашвили? Нет. Да? Или есть другие оценки? Бабка еще Саакашвили говорил про теле, я не слышал. Нет, он говорил про нашу страну, я так понимаю. А, что нет, вместе с нашей экономикой восстановится. Я конкретно про рынок рекламы именно на телевидении. Там все плохо. А динамика вообще есть восстановление? Или пока нет, пока все плохо. Пока идет падение, падение и сужение. То есть по классике, где-то года через три появится надежда на улучшение. Да, мы достигнем дна. Так сказать. Но если в этом году весь рекламный рынок телевидения, весь рекламный рынок где-то около 160-170 миллионов, в прошлом году 300 с чем-то миллионов было, да, до этого он выходил за 600 миллионов, да. То есть понятно, что это катастрофическое падение. Но дело в том, что опять-таки я вернусь к ситуации, что рынок, он же не просто надо его ожидать, а рынок нужно создавать, формировать. Совершенно согласен. И вот формировать рынок заключается в том, что если люди, ну, в общем-то, не смотрят футбол, во-первых, что он качественный футбола низкая, да. Ну, по известным причинам. Во-вторых, что они смотрят, потому что сама культура смотрения, она тоже, ну, также умирает параллельно с этим. Угу. И когда, опять-таки, я смотрю на эти пустующие трибуны, тоже понимаю, что а кому они будут продавать этот продукт? Он не интересен. Я еще когда была хорошая команда Кривбас, ну, я имею в виду вот Антон Павлов, я всегда удивлялся, что, ребята, в Кривом Роге наконец-то появилась хорошая команда, но пустой стадион. А чем вы занимаетесь в Кривом Роге? Что там еще можно делать? Какие там еще есть альтернативные времяпрепровождения. И вот в этом смысле получается, что самого рынка как бы и нет. Ну, то, что мы говорили в самом начале. Я помню, когда Ювентус играл тоже при полупустом на стадио Делле Альпи, это предыдущий стадион, который тоже построили тогда перед чемпионатом мира 90-го года, тоже играл Ювентус на полупустом стадионе. Теперь они построили новый стадион, Ювентус стадион, и он почти всегда переполненный. И зарабатывая деньги. Все, у кого старые стадионы в Италии, появилась культура, туда не ходят. Появилась культура посещения стадиона. Да. Это английский стиль. И германский. Смотрите, в Донецке. Донецк вошел накануне войны, вошел в 30-ку самых посещаемых клубов в Европе. 27 тысяч проданных абонементов. Больше 50% это... И он всячески отходил от этих завозов массовых, когда на трибуны просто-напросто люди перевозят. Значит, это можно сделать. Но для этого нужно иметь такие стадионы. Ну, Донбасс-арена великолепная. Допустим, стадион у нас есть. Олимпийский. Вот смотрите, то есть 10 тысяч на матче «Динамо» средним, с точки зрения 4-миллионного Киева, это необъяснимая ситуация. То есть это маловато. Это мягко говоря. При том, что стадион достаточно комфортабельный, при том, что команда... Это значит, что люди не видят смысла туда идти, не видят какого-то удовольствия. Ну, на Лигу Европы, на Лигу Чемпионов же ходили. Совершенно. А на Лигу Чемпионов, на Манчестер Сити, будет вам забитый стадион под 70 тысяч. Это если нас помилуют. Совершенно верно. Совершенно справедливая оговорка, но я искренне надеюсь, что все надеются. Сейчас очень важно вырастить это поколение болельщиков, потому что в основном, во многом, это еще тот ресурс болельщиков, которые помнят 80-е, 86-й год, 88-й год. Да. И этот ресурс, он давал еще посещаемость. А сейчас поколение, ну, в общем, ему нужно вырастить это поколение. В чем я абсолютно согласен с тем, что у нас должна быть все-таки опережающая стратегия. Назовите ее не развитие, стратегия удержания, стратегия выживания, чего угодно. То, что все, что мы делаем сейчас, это реакция на изменившуюся ситуацию. Мы отстаем. Мы постоянно отстаем. У нас пропадают клубы. О, ну давайте уменьшим количество команд. Давайте изменим формулу. Такая шагреневая кожа. Мы должны прийти к этой формуле
посовещавшись с маркетологами, с телевизионщиками, не только с президентами клубов, а именно с людьми, которые планируют хоть какие-то деньги из этого рынка извлекать. Футбол должен превратиться в бизнес, совершенно, а верно, не в игру. Значит, футбол должны заниматься бизнесмены, да, и управлять, а не просто люди, которые имеют большие заслуги. И максимально убрать из него личностные терки. Да. Что я с вот этим вот на одном гектаре не сяду. Да, я на канал этого свой клуб не покажу. Верно. Где больше денег должно работать? Или второй вариант, где больше телевизионная аудитория? Если клуб не слишком заинтересован в финансах, а заинтересован в большей популярности своего продукта. Это тоже его право. Это тоже? Ну, смотрите, наконец, я хочу с вами посмотреть. Вот слайд, если можно, Евроспорт называется. Это вот наши коллеги с Евроспорта, они сделали такой забавный слайд. Это вот, как мы видим, 1/8 Лиги чемпионов. Да? И тут такая шуточная реакция этих клубов на вот эту жеребьевку. То есть Гент, Вольфсбург. Ну, Вольфсбург более счастлив, да. Рома, Реал, ну, Рома, конечно, да, очень печально. Но, Гент тоже печалится. Счастлив. Гент получил оптимальный вариант из вот этой первой шестерки. Да, из того, что возможно. Тоже счастлив. Парис Сен-Жермен, Челси смотрят друг на друга не с особым доверием и любовью. Ну, я думаю, что Челси на этот раз, простите за выражение, гаплык. Никто не знает. Никто не кисло команда. Арсенал, Барселона. Ну, Арсенал рыдает практически. Хотя он сейчас очень хороший. Хотя он очень хороший Арсенал. Барселона, ну, инопланетяне, ну, конечно, да. Неймар, Месси, да, и так далее. Ювентус, Бавария. Ну, Ювентус задумался, потому что в чемпионате Италии в этом году плохо идет. Достаточно Ювентус. И в Лиге чемпионов тоже нас не столь убедительно. Ну, Бавария жжет, я так понимаю. Это не хотели сказать этим. Ну, правда, команда Пепа Гвардиола выглядит великолепно. Ну, Бавария лишь бы не Барселона, все остальное. Да. ПСВ, Атлетико. Ну, я не знаю, ПСВ почему улыбается. Ну, может, потому что они из Голландии. А Атлетико спит. Ну, это потому что у них, да, вот клубная футболка как матрасы. Ну, такая вот шутка. Бенфика, Зенит. Ну, Бенфика как бы взбухает, да, а Зенит чего-то вот смеется аж до слез. Потому что, опять-таки, из возможных альтернатив. Это вот самое, да. Худший вариант, да. Динамо, Манчестер Сити. Ну, Манчестер Сити как ангелочки, а вот Динамо в таком, я не знаю, это они хотели воспроизвести у флаг Украины, да, потому что, да, ну, тут голова синяя, или мы в таком, ну, как говорится, в мне шоке кажется, в таком. Мне кажется, думаю, что нам шок легкий, наверное, не, все-таки присутствует. Но, во всяком случае, радостным это смайлик. Да, шок здесь мог вызвать любой клуб. Я думаю, что Динамо там присматривалось к Вольфсбургу. И при своем Манчестер Сити из тех возможных вариантов, я бы думала, конечно, лучше был бы все-таки Вольфсбург. Но с другой стороны, мне кажется, все-таки нам все равно тяжело играть с немцами, с любыми немцами. Да. И Манчестер Сити, пусть это и команда сейчас номер два, да, они вторые идут. Но... Да, они идут в числе лидеров, в числе, да, явных претендентов на чемпионство, да. Потому что, ну, что-то в Лестер не очень не верится, что он до конца выдержит этот темп. Но так или иначе, все-таки это все равно, это игра таких двух, ну, силовых. Там есть такая совершенно дивная тема. Ответный матч Манчестер Сити Динамо Киев будет предшествовать манчестерскому дерби. И вот поверьте мне, я глубоко убежден, что у Манчестера будет приоритет другого дерби. Матча. Ну, несмотря на всю Лигу чемпионов. У нас осталась одна минутка. Я вот последний. Это уже касается Лиги Европы. Лиги Европы 1/16 финала Шахтер-Шальке. Но не об этом. Вот не знают, наверное, еще в УЕФА, что россияне поругались с турками. Не знаю, да, потому что Фенербахче, Локомотив, они принципиально отказались разводить эти клубы, но и в дальнейшем сейчас они делают тут хорошую мину при плохой игре. То есть потому что играть... пара Фенербахче и Локомотив, ну, можно себе представить. То есть вряд ли за это время Россия с Турцией замирится. Да. Вы же знаете этот прикол, что в России даже цветок нас Турция собираются переименовать в мы Турцию. Из политических соображений, да. Вот, поэтому... Болельщики Фенербахче очень горячие. Локомотива тоже. Что же это будет? Ну, сколько в России полили турецкие флаги на трибунах сейчас? Ну, да. Да, было. Да. Вот это, было. Это не подлежит пересмотру. Мы будем смотреть на эту игру и думать, хорошо, что не Динамо Зенит. Потом, когда ближе туда придет, начнется. Ну, а давайте разводят. Туда не поедут, да, болельщики Локомотива. Да, а да. Давайте туда не поедут болельщики Фенербахче. Но это уже уродство. Ну тогда пусть они играют на нейтральном. То есть Лада там прошла. Они могут это сделать, как это сделала, как сделала Франция. Они просто запретили въезд, да, и сказали, у нас безопасность. Хотя, знаете, вообще в канун Евро-2016, да, вот говорить о таком, да, у нас опасность. Запрещать въезд болельщикам иностранным. Так, господи, если бы у нас в 2012 году или до 2012 года подобное произошло, у нас бы Евро улетел бы, только аж засвистело. Да. Ну,
посмотрим, как, конечно, будут решать в УЕФА эту проблему турков и россиян, потому что, ну, нас они... Не, слушайте, будет скоро такая ситуация, что нужно будет просто разбить россиян со всеми. Да, или играть на нейтральном поле два раза в Кипре. Но, с другой стороны, зачем вы до этого довели? Что у вас за проблема была развести эти клубы? Да. Тем самым признать ситуацию, ведь да, нет никакой... Есть реально просто обострение отношений. Нет никаких военных действий, да, между странами. С одной стороны, УЕФА можно понять, с другой стороны... Я помню эту историю Англии и Аргентины, когда были Фолклендские острова. Да вспомните, в конце концов, конечно, можно было нарваться и без всяких обострений. Например, болельщиков Лица в свое время пописали в Стамбуле, когда они с Бешикташем, если не ошибаюсь, играли. Или с Галатасараем. Не помню сейчас. То есть всякое может, безусловно, случиться. Но в данной ситуации мы имеем настолько взрывоопасное положение, что... Да, мы хочется острее конфликта. Да. Ну, к сожалению, у нас время... стекло. Я благодарю Артема Франкова и Александра Пасховера за эту беседу об украинском футболе и о том, что нас ждет весной и летом. Потому что чемпионат Европы все же будет летом. Хороший будет год футбольный. Да. Насыщенный. Насыщенный. И это вызывает оптимизм. Да. Вот, будем оптимистами. Оставайтесь с нами.